Всем привет! Это кастинги народного талант-шоу «Поющие города». Меня зовут Екатерина Забенько. И снова во всех уголках Беларуси отбираются песни и идут репетиции. Принять участие в этом поистине историческом событии по-прежнему может каждый желающий. Кстати, сделать это теперь намного проще. Вам не нужно никуда идти, кроме сайта телеканала СТВ. Там размещена вся необходимая информация. Вы записываете видео со своим песней, отправляете нам, и дальше со счастливчиками работает группа во главе с настоящим продюсером. Что будет дальше, вы даже представить себе не можете. Так быстро звезды на эстрадном небосклоне еще не зажигал никто. Ну что, с кого начнем сегодня? Рука у меня легкая, так что сначала. Всем привет, меня зовут Денис, мне 26 лет, я из города Минска, и я исполню для вас песню Сэма Смита «Stay with me». I guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I'm still need love, cause I'm just a man. Ух, я прямо слышу, как сейчас завизжали девчонки со всех уголков Беларуси. Какой красивый парень. Ну а мы послушаем, какой у него вокал. I want you to live where you hold my hand. Oh, won't you stay? Ух, какой красавец, да еще и поет не хуже, да что там хуже, лучше Сэма Смита. Ну что ж, отличное выступление, готовый артист, удачи, Денис. Ну а тем временем ответ держит Могилев. Современный Пушкин так бы и написал. Татьяна, желая изменить свою судьбу, отправила видеозаявку на телевидение. И вот, что из этого вышло. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Зузина. Мне 24 года, и я представляю город Могилев. Подумать только, девушке нет и 25 лет, а такой глубокий голос. Татьяна, может, вам не на проект «Поющие города» надо, а сразу в оперный театр? Впрочем, нет, не слушайте меня, такие люди нам тоже нужны. Ну что ж, Татьяна, мы желаем тебе удачи. А вообще, настоящая женщина никогда не знает, чего она хочет, но не успокоится, пока этого не добьется. Ну а я представляю нашу следующую участницу. Брест, я не вижу ваши руки! Всем привет, меня зовут Алиферук Юлия, я из города Бреста, мне 24 года, и я вам хочу исполнить песню Alicia Keys – Woman Wars. You could buy me time. Всякий раз, когда начинается выступление, у меня замирает сердце, ведь никогда не знаешь, какой голос сейчас зазвучит. Выбрать песню из репертуара Алисии Кис – это смелый поступок. Не каждому исполнителю даются сложные гармонии, которые так любит эта певица. А Юлия эта композиция дается так легко, будто не она исполняет песни из репертуара Алисии, а наоборот. Ну что ж, серьезная заявка на успех. Как гласит народная мудрость, все, что не делается, не делается. Пока не зашел на сайт телеканала СТВ, не заполнил заявку, не отправил видео, мы бессильны. Не упустите свой шанс прославиться. С вами была Екатерина Забенько. Увидимся.